конечно, сработало. Красавица. Вот она и есть, трешечка, как минимум, а то и на 4-3 с копейками. Вот такая вот мамочка. Смотрите, попал. Первая сработка. Вот достойная щука, килограмма 3 с копейками. Взяла достаточно. Не уверена, вот смотрите, за край губы засеклась, но все-таки вытащил. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оно так делать-то нельзя. Зубы острющие. Вот он, двойничок. Буквально вот за губу. Ну ничего, наша. Взяли. Ну давай, иди. Лежи, успокойся. Ну все, хватит сделан. Всего лишь 8 утра. Только-только жерец растаял. Думаю, еще будут сработки. Вот, живца вчера заранее наловил окуньков. Специфика этого озера такова, что белую рыбу она брать отказывается, подавая ей окуня. А здесь окуня поймать очень сложно. Не клюет на отрез. Так что пришлось вчера заранее заготовить. Ну ладно, ждем следующих сработок.